Ведущие страны Европы и мира – Германия и Франция – готовы плодотворно сотрудничать с нашим регионом. Такой итог можно было подвести после встречи Сергея Морозова с послами двух держав России. Вместе с председателем правления Российско-германской внешнеторговой палаты Матиасом Шепом и послом Германии в России Рюдигером фон Фричем глава региона обсудил вопросы ветроэнергетики, машины и станкостроения. Мероприятие было организовано Российско-германской внешнеторговой палатой в формате «Диалог с губернатором». Германия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Ульяновска. Об этом говорит и статистика. За 9 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот региона составил 57 миллионов долларов и таким образом увеличился на 15% по сравнению с годом 2016. Мы предлагаем инвесторам из Германии комфортный инвестиционный климат и современную инфраструктуру индустриальных парков. Мы делаем максимум, чтобы оказывать немецким партнерам всю необходимую организационную, консультативную и экспертную поддержку. Сотрудничество в таких сферах, как авиация, медицина и образование, обсудили с послом Франции в России Сильви Берман. Глава области подарил послам памятные сувениры из Симбирцита с изображением президентского моста через Волгу и ленинских мест, а также энциклопедию ульяновской авиации. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.